Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Archpanzer, где мы продолжаем выстраивать свою галактическую империю в Age of Wonders Planetfall. Это наша третья планета. Играем мы сейчас за шикарно секретной технологией Целестиан. И у нас все более-менее стало неплохо. Начало у нас было просто жуткое, потому что здесь в особенностях планеты есть инквизиции жнецов. Их тут просто какое-то было нереальное количество. Они совершенно не давали нам развиваться, но мы как-то с этим справились. Также здесь в объятиях пустоты, то есть, как видите, вся вода заменена вот на эту пустоту непроходимую. В клубах дыма, то есть юниты получают под управлением игроков универсальную маскировку. То есть, если у юнитов противника нет перка на обнаружение, то противник вас просто не будет видеть. И также у нас здесь еще агрессивные поселенцы. То есть, вот такие вот поселения нельзя выкупить за дипломатию, их обязательно надо штурмовать, чтобы присоединить к своим империям. Это немножко, конечно, меня расстраивает, я все-таки люблю мирным путем все договариваться. Но тут, как говорится, ничего не поделаешь. Так, ну давайте ждем пока. В прошлой серии мы захватили здесь опорный пункт прометанцев. И здесь очень крутая фабрика крупносерийного производства. То есть юниты будут получать плюс один уровень брони за каждый свой ранг. То есть, допустим, 4 ранга 4 дополнительных брони будет. Это просто очень круто. Из-за дипломатии у нас Елена, Нуска и Дали Ардели. На самом деле здесь 8 игроков. Но из-за особенностей карты, что здесь очень много непроходимых мест. На самом деле я еще не всех даже и открыл. Но я каким-то чудным путем просто сейчас иду к победе объединения. Не объединение, то есть захват планеты. Мне осталось всего 14 областей захватить. Потому что земли мало. Каждый вот кусочек земли на вес золота. Поэтому как-то так у меня получается. В принципе, сейчас можно будет вот наш этот топовый отряд отправить. Вот сюда отправить. Захватить амазонок и, соответственно, поставить еще одну колонию. И вот здесь вот я подумаю еще одну колонию поставить. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это все мы присоединим к Bright Bow. Пара жилых комплексов и, соответственно, парочка каких-то уже таких специализированных. Вы сюда. Эту область, естественно, мы присоединим к столице. Столица у нас будет мега топовых юнитов производить. И может быть на самом деле уже пришла пора. Нет, еще не пришла. Сначала до 24 догоним жителей. Я перестрою. Ну, на производство я точно перестрою сразу на элитную. А это, наверное, тоже потом перестрою на науку. На скидку на космит, когда мы это исследуем. Сейчас просто нет смысла перестраивать. У нас нет этого развития. Исследований такого уровня. Пока у нас здесь просто военные технологии на дополнительные лычки для юнитов. А Елена Нуска объявляет суждение, Елена Чиркова объявляет империю. И в общем мы в прошлой серии только встретили Нуску, и она сразу на нас кинула кампанию по дезинформации. Просто по КД. Договор о защите. Да давай. Обмен наблюдениями. Дали Ардели. Ты, кстати, какой-то знакомый, Дали Ардели. Нуской. Да фиг с ней, с этой Нуской. Она сразу на меня вон дезинформацию кидает. Так, Чин Тилтрц. Слушай, а ты, по-моему, за этих объединенных клятвой был. Ой, с каких объединенных, связанных клятвой. Ты с кем воюешь? Ни с кем не воюю. Так что ж ты меня как не любишь? Не любит почитатели Звездного Союза. Ну, понятно. Тинофоб Нуска. Так, можем другую область мы присоединить. И это будет область... Откуда вы здесь взялись? А, вы их уничтожить хотите? Ну ладно тогда. Я бы на самом деле эту область и хотел присоединить. Она уж очень крутая. Ну давайте мы их сейчас разобьем. Но не сейчас, на следующий ход получается. У нас уже здесь такие элитные охотники на жнецов с электрическим уроном. Компания по дезинформации готова. И вот что я еще хочу сказать. Как-то не очень правильно работают вот эти вот здания особенные у Шакарна. Смотрите, у меня здесь должно быть плюс 9 к силе тайных операций, да? Вот сейчас, допустим, у меня 13 сила. Я ставлю максимум сюда. То есть 18 стало силы для тайных операций. Смотрим. Тайная операция. А ничего не прибавилось. Что это? Может быть, защита это от тайных операций или что? Как это? Почему это не работает? Не знаю. Но это как-то работает неправильно. Так, здесь можем новый город присоединить. А я, знаете, хочу? Я хочу вот так вот сделать. Давайте я присоединяю Никас. Да. И это очень-очень-очень круто. Здесь огромный просто производственный район к нам присоединился. Гражданскую. Да давайте пока гражданскую здесь построим.
Вот так уж, чтобы было очень много производства. На пятом уровне это просто огромная цифра будет. Так, ты иди с ними договорись. Еще плюс производство. Знаете, пока пускай стоят. И этот стек, соответственно, я отправляю сюда к амазонкам. А, вот он же, где Ардели. Давайте посмотрим, что у него здесь. У Ардели 1, 2, 3. Ну, у него 4 города всего. Не так уж и много. А с кем он воюет? Он с Нуской, по-моему, воюет. Да, он воюет с Нуской. А это кто? А, это Чилтилтрц, вот этот вот. Блин, смотрите, здесь башня подлецов есть. Трон Хаоса. А почему рядом со мной не было Трона Хаоса? Ведьмы здесь. Красота. Стоит он, аномалию копает. Сахива Милани. Мантра контроля. Неплохо. Уник страдания. Связывающий дробовик. Слушайте, а у юнита тут у него неплохие. Модули очень приличные. Генератор универсального поля маскировки. Ну это отлично, конечно, с учетом того, что здесь все и так замаскированы. Но где-то он этот модуль добыл. Молодец. Включатель адаптивного камуфляжа. Тоже универсальный камуфляж. Ну, неплохо развита у него армия, прям скажем. На каком месте он по силе? На третьем. Ладно. Так, они убегают, присоединяем. Есть. Ну, давайте вот так и пойдем охотиться на свинку. Так, с вами что делать? С вами что делать? В принципе, с этого фланга у меня все более-менее спокойно стало. Сюда мы никак не перейдем. Только через телепорт. Можно, конечно, вот сюда еще отправиться. Здесь у нас прям уже граница поджимает. Давайте, наверное, так и сделаем. Так, ну к Брайтбоу мы не будем эту область присоединять. Конечно, ее можно пока присоединить, а потом передать Алой Твердыне. Но, наверное, нет. Все-таки я подожду, когда здесь достаточно жителей будет для присоединения. Здесь не так долго осталось ждать. Куда тогда тебя отправить? Здесь, в принципе, все это дело зачистит вот этот стек. Может, даже и не зачистит. Кто же его знает. Эти вот фабрики всякие. Но туда идти далеко. А здесь уже, по сути, граница. Ну, сюда вот можно, конечно, еще город как-то воткнуть. Хоть какие-то земли занять. Сюда можно воткнуть город. Давайте я, наверное, даже не Валы Твердынь. Я в Брайтбоу построю. Валы Твердыни сейчас нельзя строить. Ну, строить-то можно, конечно, но факт в том, что это жители будут убавляться, и, соответственно, дольше будем мы здесь идти к очередному жителю, чтобы вот эту область присоединить. Пока не надо. Может быть, даже вот так здесь сделать. Ну, хотя нет, большой роли это, наверное, не сыграет. Я все-таки сделаю. Как можно быстрее нужно занять. Так, все там завершено, довершено. Отлично. Наверное, где-нибудь вот здесь я бы хочу город воткнуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Может, даже не здесь. Может быть, вот это занять. Даже вот эту область, как минимум, занять с космитом. Зря мы ее защищали, что ли? Да, наверное, так. Ну, здесь, соответственно, я попытаюсь амазонок выбить и воткнуть город здесь где-нибудь. Это город Синдикат, я так понимаю. Так, орбитальный склад оружия на стратегической карте. Появляются находки с оружием. Ну, понятно. Когда последний раз такое событие было, давайте сохранимся. У меня каждый раз вылетало, когда я пытался подбирать этот груз. Блин, а тут аномалия, кстати. Я как-то ее пропустил. Жмалая аномалия. Пожар. Неплохо, кстати. Давайте, наверное, сначала амазонок выбью, поставлю город. А уже потом вот этой аномалией займусь. Так, голографические щиты готовы. Система орбитального перемещения, телепорт, неплохо. Щиты эхо. Это все такие защитные модули. Щиты эхо. Отряд получает 3 кинетических сопротивляемости. Кроме того, такие отряды получают эхо. Для рукопашников просто что-то страшное. Ну, штурмовой экзоскелет, к слову, тоже крутая штука.
Может быть, в него сходить? Ну, давайте вот так вот пойду пока по звуку. Нам просто вот этим ребятам, которые электричеством атакуют, ну, нужны универсальные модули. Призыв вступить... давайте маленечко поморожусь от этой нуски. Вот так, задание на науку. Ну, давайте, пускай строит. Может быть, нам сейчас даже имеет смысл тактика построить. Игрок Чин объявляет войну Елене. Ну отлично, началась какая-то движуха, а то до этого момента мы воевали вот исключительно со жнецами с этими. И честно сказать, это уже маленько надоело. Так, ну-то давай, иду сюда. Вас все-таки куда отправить? Сюда зачистить. Давайте, наверное, сюда. Вы в погоню за свинкой. Этих ребят выбиваем. Прекрасно. Так, тактический ремонтный набор. Ну, неплохо. Принять награду, принять награду. Эту область мы присоединяем к Брайтбоу. Вы идите договориться с этими ребятами, чтобы они освободили площадь. Жил площадь, а вы тоже сюда. Как-то надо здесь поджимать. Возможно, здесь зачистим площадь. Все-таки еще для одной колонии я найду себе местечко. Хотя нет, не найду. Здесь Чин уже. Ага, вот так вот получается. Да, территории реально очень мало. А мне еще 13 областей надо. Без войны не получится. Даже если 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Хотя, может быть, и получится. Может быть, совсем немного придется захватить. И, собственно говоря, добьемся победы. А, Еблена объявляет, что мы... Ой, осудил нас, что мы к победе идем. Так, это вы кто такие? Тут отсюда товарищи, по-моему, которые шли. Так, еще один ход я могу по тебе подинамить. Да, позже решить. Неразработанная область. Так, плюс наука. Здесь, Брайтбоу. Здесь жилой район нужен. Здесь нужна жилая область. Так, вы... Давайте за свинками погоня. Машинка. Выкупи вот этих товарищей на будущее. И возвращайся сюда. Танчики сюда. Хотя, может быть, зря я всех сюда тащу. Может быть и зря. Так, ладно, ты давай сюда. Как мне здесь надо свой аванпост, что ли, поставить? Займи пока аномалию, чтобы никто здесь ее не трогал. А здесь придется влетать в амазонок. Повторюсь, мне это не очень нравится. Но другого варианта нам игра не оставляет. Опять погиб этот, блин. Шикарн. На нем модули надо кем-нибудь повесить. Он мне вообще без модулей ходит. Прям беда. Так. Ну давайте, по крайней мере, мы пересадили нашего героя с самолетика. Он все это время нас на самолете гонял. Сейчас хоть в танк сел. В танке вроде он себя поувереннее ощущает. Да и я поувереннее ощущаю себя, когда он в танке. А изучили нас. Занесли нас в книжечку. Мы, правда, такой кучкой стали. Ну как сюда не прыгнуть, а? Зачем они это делают? Так, ну беги, кусай. Можно даже вот так вот подойти, бахнуть. Офигеть, попал. Так, снайпера, оглушите. Нет, к сожалению. Разные боевые киборга. Нет, слишком опасно, не ходи пока туда. Ой-ой, запаниковали наши ребята. Ну куда ты побежал? Ты видел, ты здоровше, чем он. В смысле паника? Глучшись, паникер. Так, ты давай съешь кого-нибудь. Так, еще одна атака. Ой, красота. Так, танкист, огонь.
как летят криты, и это просто обалдеть. Но у нас, конечно, у него еще перк прокачан на криты главнокомандующего, и на свои криты, и на криты для армии. Это тоже накладывает. Но это товарищ, он просто с каждой там атакой все криты наращивает с каждым сгустком. Так, в колонию. А вот сейчас смотрите, в колонию. Он здесь уже строит. Если я поставлю прямо здесь колонию, я, по сути, отрежу его отсюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Колонию он ставит. Нужна ли мне эта область? Я, в принципе, за Ника смогу присоединить. Если я сейчас здесь колонию воткну, я, по сути, выиграю только одну вот эту область. Вот это и все. Я ее и так могу присоединить. Давайте в колонизаторов превратим. А здесь я форпост поставлю, займу эту область. А колонизатора, соответственно, мы воткнем. Может быть, даже сюда. 4 хода она сюда будет ехать. А который, соответственно, здесь колонизатор построится. Мы его туда перекинем. Ну, отлично. Давайте так сделаем. Сюда давайте так. Тактик у нас готов. Тактик, это хорошо. Так, ты давай за грузом. Тактика, наверное, даже имеет смысл сюда вот перекинуть. Давайте этому товарищу все-таки что-нибудь выдадим. Графические щиты, сложнее попасть в него. Плюс щиты, испорченное воплощение, мораль не действует. У него и так мораль нормальная. Модули сушения. Щиты перегревает. Это хорошо вот. Модуль кавитации, эхо. Модуль кавитации. Резкая нота еще есть. Резонанс. Давайте так, что ли. Хоть урона будет много наносить. Он у нас элитный, кстати, стал. Ничего себе, как ты дожил вообще до этого? Хоть будет много урона раздамаживать. Уже неплохо. Из забытых. Ну не, здесь пока ничего особо интересного нет. Так, у нас 122 дипломатии. Мы, в принципе, можем еще одного мега забытого купить. А можем собрать стек, ну, начать собирать стек из автономов. Нужны ли нам автономы? Техника, в принципе, у нас есть. Ну, сам восстановление я предлагаю купить. Это хороший модуль на технику, на те же танки. И операторы завода. Неплохая доктрина. Модуль поджога, сожжения, тоже хорошо. Ударные снаряды, но ударного снаряда нам не особо нужны, у нас взрывных-то нет, ребят. И операторы завода. 8, ну ладно, давайте операторы завода возьмем, потому что нас с моралью что-то как-то слабовато. Жителей много, морали мало. Так, ну энергию производи. Нуска, Елена предупреждает вас. Далее, победил. Далее, победил, кто-то мне энергию украл? Да, 326 энергии. Так, мне нужно внутренняя чистка. Они так украли, что мне теперь не хватает денег, чтобы внутреннюю чистку заказать. Давайте это сделаю. Где она у меня здесь? Вот пропала эта чистка, ты же сверху была. Вот она. Да. Диалоги влияния. Компания по дезинформации. Ладно, не будем пока. Так, ты, дружище, отдыхай. Никос. Никос. Ну, вот так вот надо. Нам все-таки опыт дают за строительство мегастен, поэтому надо строить мегастены. Так, здесь что? Этап завершен. Лагерь захвачен очередной. Мы его выполнить полностью не сможем, наверное. Если нам ксеногенеты дают опыт и имперское влияние за захват лагерей. Это что, профилактический надзор? Вот фазовый привод у нас еще есть. Можно его купить. Перемещение в выбранную свободную клетку, перезарядка, 3 хода. Еще 2 брони. Ой, 2 щита это дает. Профилактический надзор. Ну ладно, в принципе, пускай пока будет. А, внутренняя чистка сразу зарядилась. Ну давайте поставим. Я думаю, что в штабе у меня кто-то сидит явно.
Елена объявляет осуждение. Ух, Елена. 22.34. Угу. Сразу он пришли. Ох, ничего себе. Орбитальная тактика. Лучевая винтовка. Спасибо. Этих ребят давайте сразу заберем. А то они, не дай бог, он на мою пойдут. И идем вот сюда убивать. Так, система орбитального перемещения готова. Сейчас еще экзоскелет исследуем. Нуска. Ну, я готов. Да. Я готов. Шикарный нейтралитет. Что поделать? Так, открытие души, очищающий свет, пехотный командир. Запрет нечестивым. Запрет нечестивым, в принципе, неплохо. Можно метку стрелка еще взять. У него и так шанс крита неплохой. Давайте мы еще усилим. Еще больше у него будет шанс крита. Так, колонизатор, продолжай движение. Давай двигай вот куда-нибудь сюда. Здесь. Свинка от нас отступает. Вот давайте мы заберем. Нет, я приму награду. Это же у нас сюда, да, в колонизатор это ушло. Идем сюда. Машинка, подними пушку. Вы. А кто у нас здесь встал? Так, мы здесь не можем. На следующий ход здесь надо поставить. Наш форпост. А здесь тупик. Блин, здесь тупик. И как бы нам здесь лучше города тогда расположить? В принципе, если я сюда город воткну... Здесь 5 и здесь 3. Мы все это займем, но у нас, конечно, мало областей будет, по факту. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. То есть жилые районы, по сути, не надо тогда здесь мне ставить. Сразу поставить специализированные. Ну и здесь, соответственно, 3 района будет. Наверное, так. Просто сюда одним городом мы все это не захватим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот эти два пустовать будут в любом случае. А здесь, ну, неплохо здесь, смотрите, космит, все дела. Это надо захватывать. Если, соответственно, пытаться этим городом захватить, то здесь в жилой район это захватим, а это не захватим. То есть нужно вот здесь вот город втыкать. Так, Неокирос. 23 жителя уже между делом в Неокиросе. Ну, давайте сборочную линию поставим, еще энергоэффективную. Оскорбляет империю. Чин обнаружили, отряд с низкой моралью. Так, здесь production ready. Ну давайте биоинженерную плантацию. Здесь стенки строятся, колонизатор достроился. Что у нас по территориям? 22 из 34, еще 12 областей. Ну не, только война. По-другому не получится столько много захватить. Только войной. Ну что ж ты вот это не зачистил? Они сейчас опять на тебя пойдут. Это что такое? А, это они на вот этот напали. Наш завод новый. Так, ускоренное развертывание войск готово. Так, здесь мы ставим колонию. Только удалить отсюда надо. Это вот аномальное образование. Да, удаляем. Блин, а тут халяву не забрали. Ну ладно, иди забирай. Вы сюда идите. Так, ускоренное развертывание войск готово. Еще одну операцию или науку? Давайте науку. Я хочу немножко науку прорашить. Может, что-то по ощущениям как-то я отстаю. Ага, вон, смотрите, идут. Построить форпост. И на самом деле... Ой, на самом деле все плохо. Сейчас Фобос потеряем. Так, здесь у нас что? Здесь должны легко разобраться. Обычно, когда я так говорю, нас очень сильно бьют. Внутренняя чистка выполнена. Нет сорванных вторжений. Примерно осталось вторжений 2. То есть кто-то у нас там все-таки сидит. Ну здорово. Ну что, получается, еще раз заряжаем. И. Контрразведка. Она у нас изучена, контрразведка? Мне кажется, нет еще. Да нет, изучена должна быть.
Каждый раз я ее ищу. Ноский удар, скажи, не сети. Это воровство всего. Ну вот, совершенно секретно. А, это доктрина же. Где я ищу-то? Нет, нам, значит, надо... А что нам вот поменять? Можно, конечно, совершенно секретно поставить. Давайте еще раз внутреннюю чистку запустим. Да, защита уже 23 от операций. Может быть, сейчас получится их выгнать оттуда. Так, здесь давайте мы вот сюда гоним. Можно, конечно, кого-нибудь здесь поменять. Можно разбитый ковчег убрать. Можно, в принципе, и снайпера убрать. Здесь мы со жнецами вроде больше не воюем. Имперская винтовка. Поэтому снайпер немножечко потерял свою актуальность. Давайте, наверное, вот так сделаю. Только надо вот этого товарища модулями обвешать. Так, голографические щиты. Сложно по нему попасть будет. Это хорошо. Догмат исцеления. Тоже хорошо. Или спокойствие лучше. Давайте, наверное, лучше спокойствие. Здесь модуль кавитации, испорченное воплощение. Там себя лечить будет, плюс броня. Давайте модуль природной защиты. Да, пускай танкует. Ну, как-то так. Хотя героя тоже можно поменять. Хотя расплавление брони хорошо. Прям хорошо. А с другой стороны, здесь резкие ноты всякие. Сам восстановление то же самое. Это же не машина у нас. Нет. Он не машина. Он живой. Так, портативный сканер изучено. Давайте я поменяю на сам восстановление. Или тактическое снабжение. Я тактическим снабжением вообще не пользуюсь. Давайте сам восстановление сюда поставлю. Вместо портативных сканеров изучено. Тема орбитальное перемещение, резкая нота. Давайте я резкую ноту поставлю. Повысим урон самого нашего героя. А то он как-то всех бафает, снижает там защиту, но сам урон не так много наносит, как хотелось бы. Ну вот эхо пускай тоже накладывает. И резонанс, эхо у него будет. Еще больше урона. Да, теперь у него 20 урона за выстрел. Это прям здорово. Так, машинка, ты давай гони вот сюда. У нас здесь как раз... А, нет, тут полный. Чин комплимент нам делает. Он воюет с Леной. Давайте тоже комплимент ему сделаем. И вот этому товарищу тоже комплимент. Перское задание, да. Хочешь в альянс? Нет, пока не хочет. Что у тебя там по силе? Третий. Я по-прежнему пятый. Ой, а чё, подождите, что там у Дали мы открыли? Дали Ордели, благотворитель. Ну, минус разведчик. Понятно. Залетел не в тот район наш разведчик, к сожалению. Так, задача дополнительная выполнена. Построили мы еще одну стенку. Так, здесь... Что можем улучшить? Давайте башню излучения. Вот этот лагерь поставим. Здесь пока все неплохо. Так, колония. Колония основана. Ну, биоферма. И стенка пока. Так, вы поднимайте. Здесь дуйте сюда. Птиц тут все убрал. Здесь уже подходят. Здесь уже, блин, подходят. А мы не успеем, да, тоже подойти? Ну да, ой, как ты... В обход даже ближе получается. Обалдеть. Так, ну ладно, ставь колонию амазонок здесь. Как минимум вот эту еще область мы сможем присоединить. Я даже зря пошел. Ай, ошибка. Ошибка. Ой, можем сюда перепрыгнуть машинкой. А поможет ли это нам? Здесь просто отряд в 1000 будет. У нас здесь 490, но еще там плюс 200 будет. 690. Лучше потом отбить, чем сейчас юнитами рисковать. Я так думаю. Так, вы
Ну, надо аномалию раскопать. Снайперы. Здесь давайте вот этих выкупим. Сколько они стоят? 34. Ну, пока не хватает. Ну, кстати, 24 дипломатии за ход. Красота. Вы, ребята, значит, давайте на этот фланг идите. У нас, кстати, по доктринам. Теление кармы. Правосудие. Ну ладно, нормально, в принципе, пока все. Идеология влияния. Ну не на кого пока, ладно. Так, вы. Идите сюда тоже на помощь. Все делаем, сейчас зачистим. Очень плохо, конечно, что через пустоту путешествовать нельзя. Но с другой стороны, обороняться проще. Занял какой-нибудь закуток. Вот здесь вот узкий проход. И все, мимо тебя никто не пройдет. Это прям здорово. Ну да, 1295 их там. Ну это ожидаемо. Так, объединитель, имперское задание открыто. А вы первый, кто выполнил дипломат. Супер. Так, завершено. Давайте башню излучения бахнем здесь. Здесь строится. Здесь Неокирас. Неокирас. На следующий ход уже здесь присоединится. У нас еще одна область. Далее Ордели. 18 космитов, все казус белли, я согласен. Блин, никого все равно не выгнали. Ну хорош. Давай еще одну внутреннюю чистку. Я уверен, что они там есть. Так, освободите территорию. Грузовик, он нам выдали транспорт. Давайте продадим, не нужен он нам. Так, ты гони в аномалию, вставай. Растопить лед. Так. Елена осуждает вас. Да хорош, Лен, ты че? Так, здесь Брайан Боу строится, все. Город основан. Город основан. Ну, еды, в принципе, здесь достаточно, наверное, будет. Давайте на производство поставим. Фабрику-репликатор. Ну, возвращайтесь вот сюда. Зря я отошел. Так, здесь, в принципе, можем их проатаковать. Здесь у нас сколько оборон? 1280. Я, наверное, вот так сделаю. Да, пускай они нас атакуют при желании. Ты, дружище, иди сюда. Жуки. Блин, пустотный шторм там. Я, наверное, не буду рисковать, а то опять сейчас кого-нибудь потеряем, вручную все это играть. Я лучше второй стек подведу. Как-то это поспокойнее будет. Так, вы тоже заходите в аномалию, качайтесь. Да ты залети, тоже опыт получай. Так, ты пока жди. Неокирас. Ну, получается, вот эту область мы присоединим еще на пищу. Ой, тут, конечно, смотрите, как много незанятых областей, а? Как вкусно. Куда он напал? На пушку? Он на пушку напал. Вот он отчаянный. Так, далее Ордель тоже дипломата. Послание. Ну, попробуем уничтожить. Но сначала раскопаем аномалию. Так, нет, вот так вот. Давайте сделаем. Ладно, товарищ, ты все-таки выйди. Так, как-то поспокойнее. Здесь. Поставь форпост. Так, а здесь уже граница с Ленкой, что ли? Да, граница с Леной. Ну, куда деваться, ставим форпост. А ты удали отсюда аномалию. Здесь. Да чтоб вас. Как вы вовремя вылупляетесь, а? И потери, и потери. Ну какие потери? Я тебя зачем сюда подводил? Чтобы потери, чтобы не один маленький бой, а один большой бой разыграть, что ли? Ну что это? Игра. А, игра, игра. Со свиньями воюем. Тоже со жнецами, теперь со свиньями. Деградируем, в общем. Планку понизили явно. Причем еще свиньи как-то нас убивать умудряются.
Юниты, у которых по 8 брони и 3 щита. Вы, как вы их убиваете вообще, а? Секрет расскажите. Ладно, так. Давай на боеготовность. Ну, куда-нибудь вот сюда на боеготовность станьте. Сейчас из этого прохода, наверное, тоже попрут. Да. Сюда. Так, Мария де Сокорро, вперед. Ну, тоже подойди вперед. Нестабильность, ну, естественно. Ага, неплохо. А куда они? Они что, передумали? Они отвернулись. Ну ладно. Тут можно влететь. Давайте это и сделаем. И добьем. Отлично. Элита парагонов 10%. Ничего себе, попали. О, еще и оглушили. 20%. Жаль. Изучено. Так, танчик. Надо на хорошее, его тут не видно. А это снайперы, ай-яй-яй, я их перепутал. Я думал, это обычные ребята. Ладно. Только поросли. Вы же не добегаете? Да вроде нет. Давайте, значит, так вот на боеготовность станем. Вы сюда на боеготовность. Так, герой. Пушка. Кстати, достреливает. Можешь подойти бахнуть? Хотя я отсюда попробую. Вот так вот. Маленечко шокируем их. Убили? Убили. Так, ну давайте здесь сначала снайперы. Огонь. Элит парагонов. А, огонь. 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 Кстати, поближе. 35%. Упало, ничего себе. Так вот. Сюда, конечно, можно гранатку им сейчас закинуть. Ловите, свинки. Ой, обоих шокировали. Красота. Так, по площади. По площади. Можно телепортироваться. И садануть по площади. Можешь просто так бахнуть. Так, отсюда не видим. Ну ладно, стреляйте, кого видим. Я еще не ходил, снайперы. А, еще взрывается пространство нестабильности тут. Эй, что за криты? Отстаньте от танка, вы что, с ума сошли? Мерзкие свиньи. Так. Оглушивайте, постреляем. Не оглушили, конечно, жаль. Ух, ладно, бегите. Правление вообще мерзкой жижи, можно отравиться. Так, свинка. Отлично. Давайте кожные заплатки подключим. Ну и постреляем. Это который? А это вот этот. Давайте вперед. Огонь. Давайте так. Добьем, наверное. Лично. Так, здесь надо добить.
Улучшение 53%. Работало, ну надо же. Этим даже подходить не буду, чтобы времени тратить. А я воскресил. Воскресил своих дружков, мерзкий тип. Так. У этого танка звук, как будто из пистолета стреляют. Из мелкашки. Своих оглушил, молодец. Так. Так, подожди, у тебя же хил есть. Кого хилить-то? Не знаю, кого-нибудь. У тебя, наверное, тоже хил есть. Ладно, давай защиту. Давай подхилим жука нашего. Так, у вас нет хила. Ну, почти. Ну и Мари добивает. Дальнобойный лечебный набор и еда. Ладно, пускай будут. Повысился он у нас. Ну, блин, гимн бездны хорош. Давайте гимн бездны возьму. Не, давайте модульное расширение гимн бездны на следующем уровне. Сюда ему выдадим тактическое снабжение. Хотя ерунда, тактическое снабжение, им все равно не пользуюсь. Давайте сам восстановлением, пускай лечится наш танк. Так, Мария тоже повысилась. Модульное расширение, наверное, я оставлю. Давайте 2 очка потратим, если есть на что. Цели из дальнего боя. Ну, волна разложения, вольт-разряд, вот это все повысилось, и ладно. Остальное оставим. Так, здесь. Давайте это все дочистим. Без потерь, надеюсь. Да хорош. Ну вот как это происходит? Игра. Как ты умудряешься тирать юнитов моих? Объяснись. Как эти мерзкие жуки умудряются кого-то здесь убивать? Или она обижается, что я не даю никакие тактические операции использовать? У меня же там все отменено. Не использую тактические операции в бою. Возможно, игра такая: ага, не даешь нам тактические операции использовать? Ну на тебя. Каждый раз по полотряда. Ну, может быть, что промахи, конечно, вот эти вот тоже влияют. Но это не точно, естественно. Давайте бои готовности пока. И поближе подойди. Элита парагонов. Действует агрессия. Ну, просто на подлете умирает. Ну как тут кого-то теряете-то? Лещутся мирские типы. Оглушение. Почти умер. Так, здесь птиц ловим. Давайте из пистолета бахнем. Снайперы пока сюда. Вы поближе, разок бахайте. Улучшение, к сожалению, не получилось. Ну, значит, убиваем просто. Так. Сбивай. Так, а вот здесь хилка-то? Ни у кого, с другого фланга. Одно хп. Как вот игра так умудряется, чтобы стабильно оставалось одно хп? Не два, не три. В таких ситуациях остается, а ровно одно. Что это такое? Я бы понимал, если бы в таких ситуациях, ну, какая-то разная цифра оставалась. Там одно, два, три, там, я не знаю. Обидно, конечно, но как-то это реалистично. Но, блин, всегда же одно остается. Какого черта? Эское судно. Ой, подлого противника можно получить.
26, да нет, 26 науки, ерунда. Подлый противник. Подлый противник. Ладно, давайте на нем немножко побегаем. Тем более здесь такие юниты не механизированные. Их можно вероятностью полупить. Ну надо же, без потерь. Ничего себе. Как же так? Так, а здесь кто? 1672. Я, наверное, на следующий ход влечу. Марии де Сокору помогу. Так, здесь все обвешанные. Давайте этим ребятам тоже выдадим. Вот близкий. Да. А у вас что? Давайте распознающий, чтобы дебафы вешали. Так, что вообще у нас по войскам? Все модернизированные? Да что-то не все. Вот здесь, допустим, вообще не модернизированы. А, их пока нельзя. Сейчас на них нападут. Здесь что тебе можем повесить? Антитагмат спокойствия. Модуль вот этой защиты. Порченное воплощение. Да не, пускай висит. Давайте голографические щиты повесим, чтобы сложнее было попасть. На вас, ребят, что повесить? Ну, самовосстановление надо вешать. Самовосстановление — это круто для них. Они же машины у нас, будут лечиться неплохо. Так, здесь, ну, повторюсь, можно, конечно, здесь повесить, но атак сейчас на них будет. Как бы хуже в итоге не сделать. Хотя, может, они сюда пойдут. А здесь 1280, не должны убить. Так, тут что? Тут. Ну, тут улучшаем области. Можем другую область к Неокирос присоединить. Естественно, вот эту. Все, и Неокирос просто до ПЖ развит. Можно даже... А, 182, если вот так вот убрать. 135. Но зато все остальное тоже у нас неплохо тут растет. Хотя, так сделать и вот так сделать... Смотрите, красота какая. 207 еды. Можем даже эту еду раздавать всем желающим. Давайте мы будем отдавать половину. И маленькие городки пускай у нас принимают. Вот этот Никас пускай принимает, чтобы быстрее рос. Он через один ход сразу растет. Ореос пускай принимает. Ну и вот этот Йондвин тоже пускай принимает. Чем быстрее они вырастут, тем быстрее мы новые области займем. У нас, кстати, 1050 имперского влияния. Круто. А, Елена объявляет вам войну. Лен, ну мне как раз не хватало этих самых территорий, чтобы вот так победить. Ты прям мне хорошо делаешь. Так, Чинтлиц. Ну, слушай, друга, не, извини, не могу. Ничего, я тебе, знаешь, что могу? Я тебе могу про Нуску рассказать, хочешь? Она тебе сразу компанию по дезинформации кинет. Так, это что такое сейчас за звук был? Мне что-то рассказать хотел с таким звуком? Наверное. Так, здесь что у нас? Галлюцинации. Все колонии с башни получают 10 морали. Давайте изучим. Здесь. Очень хочется антропологическое исследование взять. И очень хочется эффективность операции повысить. Давайте я сначала все-таки эффективность операции повышу. Потому что эффективность операции у меня пока, ну, хромает, прям скажем. Благословение звезд. Доступ к командному центру зарядим. Мотивирующие трансляции. Ну, в принципе, уже можно мне заряжать мотивирующие трансляции. С энергией все стало более-менее хорошо. И давайте внутреннюю чистку. Так, доступ к командному центру. Пока все плохо, не будем кидать, вряд ли. Нет сорванных вторжений. Например, осталось вторжение 2. Ладно. Так, здесь что? Давайте, на всякий случай, может быть, юниту придется здесь строить. Никас, давай, турельки. Здесь Неокирос. Сельскохозяйственный комплекс тут нужен. Так, а как, кстати, у нас Елена с забытыми дружит? Ох, нормально она дружит с ними, к слову.
Так, аномалия. Ух ты, аномалия Равалон. Во время раскопок странного перевернутого зиккурата мы нашли массивное металлическое кольцо с непонятными символами. В этом кольце заключено нечто вроде жидкого света. И очевидно, что это разлом в пространстве и времени. Угу. Не взаимодействует с аномалией, размести следовательскую базу. Но мы здесь получим или юнит парагонов, или юнит повстанцев. Сквозь этот разлом во времени мы смогли узнать период ранних следов Звездного Союза, предшествующей катастрофе. Наши зонды вычислили, что разлом открылся во времена, когда восставшие Керку сражались против ремтанских очистителей, нанятых парагонами. Есть предложение, что если мы нападем на одну из сторон, то сможем создать эффект исторического эха и получим преимущество в настоящем времени. Но мы юнитов получим. Либо юнит повстанцев, либо юнит парагонов. Они мне, в принципе, сейчас уже не очень нужны. Давайте, я вот ни разу не пробовал разместить следовательскую базу. Там плюс науку, наверное, получим. Еще плюс одну следовательскую станцию. Ну и ладно. Я, в принципе, вообще не против такого развития событий. Так, Йондвин. Давай сразу вот так, наверное, мы с тобой сделаем. Турельки я даже выкуплю сразу. На всякий случай. Так, тут-то дружище куда пошел? Непонятно. А вот он. Отлично, Фобос, присоединяем к Алой Твердыне. Да, так, здесь. Здесь я все-таки перегруппироваться хочу. Возьму с собой на драку еще Марию де Сокорро. Давайте я, наверное, вот этого раненого выведу. Да и вот этого раненого тоже выведу. Да и вот этого раненого выведу. Возьму Марию. И пару снайперов. А вот таким составом мы их и разобьем. Да, плюс 198 науки. Ой, красота какая. Так, ну давайте, соответственно, возвращать назад. Так, Мария, давай сюда. А, ты, дружище, сюда. Вы, товарищи, сюда. И нужно нам вот эту еще аномалию убрать. Давайте, как раз ходов до сюда хватает. Убираем пустотный шторм. И войска мы срочно перебрасываем вот сюда. Конечно, телепортов у нас тут нет. Ну, можно будет вот здесь прям телепорт зафигачить на границе. Так, вы... 1107. Лобляющий. Итог вместо гранатки. Восстановление поставь. Летун. Давайте тоже усилим. Я просто думаю, что они уже вряд ли нападут. А на следующий ход, соответственно, мы усилимся и стукнем по ним. Ждите. Так, вы. Ну, на границе получается. Ну, давайте сюда. Так, можем первую область присоединить. Какую интересную? А, ну вот это вот. Эти все области у нас к Брайтбоу отойдут. Может быть, даже не к Брайтбоу. Оставить здесь 4. Не буду ставить жилой район. Присоединю вот эти 4 области, а здесь, соответственно, у города будет 3 области. Но первый я вот эту присоединяю, потому что ну, вот это очень интересное. Смотрите, какая концентрация, да плюс космит, красота. Восхищение у нас. Да, воюем со всеми. Ну ладно, не со всеми. Восхищение, да, мы клевые. Эти 6 у нас по-прежнему силы. Операция готова, внутренняя чистка. Ну сейчас запустим еще мы. Платиновый шпиль. Елена Черкова, платиновый шпиль? Что? Она наших братьев захватила? Она захватила наших братьев Шакарнов. Это нельзя, я такое прощать. Как она вообще, что она себе позволяет? И самое интересное, что у нас единственное... А, хотя, ну здесь вот можно, наверное, еще пройти. Ну да, можно еще здесь пройти. Здесь тоже бы надо нам прикрыть. Так, просит уничтожить отряд. Это мы уничтожим. Как раз у нас сейчас ребят сюда и девчата возвращаются. Здесь. Аномалия. Следовательская станция. Ну да. Размысли возможным исходе вмешательства пространства. Короче, мы не стали вмешиваться. Аномалия времени. Принять награду. Что за аномалия времени у нас здесь теперь? Следовательская станция. Зал резонанса плюс 20. Аномалия времени. А еще плюс 10 науки дают. Ой, как много науки дают. Обалдеть, как много науки. Наверное, мы ее сейчас и присоединим. Научную станцию. Так, ты, дружище, халяву иди подними. Адские кулаки. Неплохо. И? Может быть.
Давайте, наверное, я им все-таки схожу вот сюда. Не буду тратить ходы основного отряда. 80% контролируем. Мне 7 осталось. 7 локаций осталось мне зачистить. В принципе, не так уж и много. Фобос с нами присоединен. Это просто космос. И в Фобосе мы сразу ставим... Да куда? Я все перещелкал, кроме того, что нужно было щелкнуть. Так, сразу мы ставим в Фобосе... Ну, да, фабрику крупносерийного производства. Вот так вот мы это делаем. Теперь плюс броня у нас будет за каждый ранг юнита. Науку улучшаем. Только не знаю, есть ли смысл прямо сейчас убирать нам еду отсюда. Ставить скидку на космит. Там еще сопротивляемость эффектом будет. Я думаю, что нет. Ну сейчас вот все дострою, что хочу. И буду я сносить вот эту область на пищу. Поставлю здесь научную. Соответственно, у нас еще дополнительные юниты будут со скидкой на космит здесь. Так, внутренняя чистка начать. Уровень тревоги 5. Так, далее. Так, новая область. А некуда, все, дружище. Прости, никаких тебе больше областей. Никаких больше областей. Хотя, но здесь нельзя. Если можно было здесь жилой район поставить, можно было бы еще вот эту область занять, но нельзя. Здесь уже слишком далеко. Уже тяжело будет удерживать это все дело. Так, ну давайте этих ребят выбьем. Машину потеряли, ну и бог с ней, с этой машиной. Давайте тоже идем на границу. Так, иди халяву подними. Вы? Ну вы окапываетесь здесь. Я все-таки дождусь нашей основной силы с севера. Тогда будем давить дваров. Никас. Ну поставь элитный военный комплекс. У нас, кстати, сейчас технологии амазонок еще доступны. Ну как доступны, можно их изучать. Только зачем? Быстрое озеленение. Нам это пока не надо. При желании мы, кстати, еще можем достаточно много юнитов купить. Давайте завод тыловой поддержки. Есть ли смысл здесь для этих самых поставить, для юнитов производства дополнительную броню, чтобы они здесь получали? Не знаю. Здесь, конечно, тоже бонусы интересные, это они будут получать юниты. Но не настолько критичные, что прям ради этого строить. Просто это достаточно далеко от передовой, так сказать, нашей территории. Хотя, в принципе, можно и поставить. Мутанты они здесь у нас будут, плюс сопротивляемость. Да, давайте я, наверное, здесь поставлю у всех набранных вот эту военную инженерную гильдию, чтобы обычные юниты у нас здесь получались усиленные. Пока как-то так. Ну, двор что-то пока не наступает. К слову, мы можем ее пойти выбить. Да, видите, даже мы ополчение не видим. А, не наступает. Так мы их не видим. Конечно, не наступает. Они, может, здесь уже вот кучкуются вокруг нас. Дали чину объявляет войну. Блин, сейчас и нас на эту войну позовет. Так, снежные поля. Снежные поля. Этот телепорт куда у нас ведет? Сюда у нас ведет. В принципе, телепорт вот сюда бы воткнуть. Чаще Звездного Союза. А здесь научную базу. Да, давайте я здесь все-таки научную базу поставлю. Следующую область сюда присоединим. И здесь у нас будет телепорт. На границе, так скажем. Лаборатория усиления космита. Ну, наверное, не нужна нам здесь. Давайте инвестирование в общество. Даже выкупим сразу. И улучшим науку. Так. Мария де Сокорро. Давай сюда вперед. Так, эту область мы присоединяем к Йондвину. Вы... Сколько ходов-то бежать? И хода. Здесь вот этих ребят надо выбить. Ну, в принципе, должны справиться. Да. Получили кучу ресурсов. Принять награду, надежная. Области с телепортом, кстати, нам еще дают имперское влияние, что тоже неплохо.
Так, тут между делом у нас уже неплохая такая шайка собралась. Уже два стека готовы вести на дваров. Так. Я, наверное, выкуплю. Завод лава дешка плюс броня. Фабрика крупной серийного производства. Все отряды получают плюс один за каждый уровень. Все отряды, кроме элитных, получают плюс две брони. И сейчас нам нужно исследовать следующее вот это развитие производства. И дать на разработку тоже хочется. Всего хочется. Все хочется. Но пока не на все хватает, скажем так. Так, здесь у нас что? Центр сельскохозяйственного экспорта. Неокирос просто страшный какой-то по населению у нас получается. Еду раздает просто нереальными темпами. Так, ты иди сюда, вот эту аномалию убери. Потому что эту область мы тоже присоединим. Рано или поздно. Никас. Так, тут строительство завершено. Брайтбоу. Ну, давайте вот это все ставить. С точки зрения экономики немножко прокачаемся. Довольство сырьем. Так, а что у нас тут? 780 пока ополчения. Давайте, может быть, выкупим 32. И вот я еще что хочу. А, компания по дезинформации пока нет. Нам мотивирующие трансляции нужны. Мотивирующие трансляции. Во-первых, сюда вот на амазонок накинем. А, в смысле, они же на все, что я... Они же на все. Они не на каждый город. Так, энергии, конечно, у нас стало поменьше теперь. Но зато производство прибавилось за счет мотивирующих трансляций. И плюс мораль будет. При сражениях на территории городов, где вот эти есть башни-ретрансляторы. И это неплохо. Как тут отсюда еще можно залететь? Не осталось областей. 6 областей. 1, 2, 3, 4, 5. Да нет, мы даже без военного вмешательства. Нет сорванных вторжений. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Давайте развитие производства. Я все-таки хочу это сделать. Улучшим вот эти заводы. Арделия. Ну нет, нет, не могу. Извини. Извини, но не могу. Неразработанная область. Вот сюда телепорт прям влезет. Пограничный телепорт у нас будет. Так. Мы вообще успеваем вот этого товарища разбить? Два хода. А, ну нет, еще 8 ходов. Так, Ареос. Ареос. Давайте плюс мораль, башня излучения, лагерь. Голос стимуляции. Или голос симуляции, гало симуляции. Что-то в этом роде, в общем. Так, ты... Давайте я, наверное, вот здесь оставлю, на всякий случай. Что будем здесь улучшать? Ну, научную область можно улучшить. Здесь просто огромное количество производства. За счет вот этого завода. Опять идет этот товарищ, ну серьезно. У нас сейчас город, вот этот не город, а вот этот район заберет. Ну ладно, видимо, придется здесь подежурить пока. Пока не сможем его присоединить. Так, здесь что по юнитам? Преломители. Ну, наверное, пришла пора. Отряды, кроме элитных... Ай, ну, конечно, здесь элитного завода пока нет, я подожду. Можно здесь вот эти все отряды, кроме элитных, пока с броней. У нас, допустим, парагоны. 9 брони штатных, без модуля у них 9 брони. 9. Тут 5 брони. А, нет, они элитные, ладно. 5 брони тоже круто. Излучатель, допустим, 6 брони. Это что-то просто космическое. Элиту парагонов, элитные снайперы. Ну давайте. Они еще и с лычками здесь у нас. Вообще красота. Так, вы, ребята, что здесь? Ну достраивай завод и переходи на производство энергии. Вторжение. Ох ты ж. Они где-то здесь. Они где-то здесь, а мы еще далеко. Ну как далеко? Два хода. Два хода.
Нужны разведчики. Без разведчиков тут вообще беда. Так, ну давай, подходи сюда. Давайте я на него вот этот, наверное, модуль повешу. Портативные сканеры. Да, а здесь у нас есть какие-нибудь портативные сканеры? Ни у кого, серьезно? Нет, есть у генерала есть портативные сканеры. Если что, он запалит неприятеля. Ох, есть курить. Это интересный, конечно, маневр. Отлично запалил, прям нос к носу мы с ним встретились, и тогда только что-то произошло. Можем и стены прямо сейчас выкупить. Я, наверное, это сделаю. Да, получилось у нас 1000 здесь ополчения. Дойду я к городу. Интересно, конечно, здесь получается. Но не так много их там. Хотя их может быть там еще больше. Но тем не менее, у нас тут нормально по войскам. В принципе, должны выдержать атаку. Он нас тоже по-хорошему не видит. Ну, есть, ну, не есть, конечно, если у него нет обнаружения. Ага, вот они. 1300, 1300. Известному командующий контрразведка успешно. Мне нужна доктрина совершенно секретна. Вот так мы это сделаем. Защита 31 у нас будет. Может быть, тогда что-то у нас и будет получаться. Пока что они нас просто душат. Давайте зарядим сразу. Тверщи трансляции опять поставим. Операции готовы. Компания по дезинформации. Ну лови, Чиркова. Не получилось, но все равно минус 100 морали. Вон, минус 100 отношений со всеми. Вот так вот тебе. И зарядим следующую сразу. Пускай, чтобы жизнь медом не казалась. А здесь, наверное, я схожу вот это вот зачищу, чтобы нас тут больше не давили. То на... так и будут к нам идти. Друзья, товарищи. Так, что же нам вот здесь делать? Но в любом случае войска подводим. В принципе, что здесь? 1300, 1300, 2600. 2800 пускай. У нас примерно столько же. Энергия, в принципе, у нас есть. Очки тактических операций у нас тоже есть. Тут у них юниты даже модулями некоторые не обвешаны. У нас, с другой стороны, здесь есть электрические ребята элитные, которые просто их разносить должны. Ну, раз разносить должны, давайте попробуем разнести. У нас 3000 против 2900. Опять, конечно, серия из-за этого большая получится. Смотрите, у них, конечно... Ой, как много у них урона. 24 урона. 5 брони. Много. Так, големы потеряли. Я, знаете, я даже соглашусь, чтобы немного времени сэкономить. Да, еще первый, кто выполнил задание. Лазутчик нам выдали. Ну супер. Улучшенные голограммы. Ну, графическая маска теперь на машинку. Графическая маска теперь здесь на отряд третьего уровня. Ну ладно, так. Нам, в принципе, есть кем восполнить потери. Давайте мы это все сюда подведем. Требуется указание. Дождите пока. Даже, наверное, я вот так вот сделаю. Это сюда переведу, а двух товарищей парагонов отдам сюда. По модулям давайте мы их сразу прокачаем. Распознающий, да.
9 брони у них, это обалдеть просто. То есть, ну не знаю, у меня слов нет. Это сейчас они еще улучшаются. Они же сейчас еще улучшаются. Ну ладно, вроде бы отбились. Но таким, конечно, макаром тяжеловато будет. Может уже сейчас начать сносить? У нас, в принципе, два хода осталось до производства. Сейчас начать сносить на... Вот, сдать здание на пищу, построить науку. Давайте, наверное, начну. Несколько ходов подемонтируем. Поставим здесь еще одно здание на науку. На скидку на космит. Далее. Ох, ну отлично, Кирк, он начал давить. Слушай, а ты не хочешь альянс? Далее, Арделия. Не хочет пока. Недостаточно нравлюсь я ему. Ну ничего себе. Если недостаточно нравлюсь. Я уже почти выиграл. 5 этих осталось областей. Конечно, я сложно мне еще набрать их. Ну вот 1, 2, 3. Четвертая вот область. 2, 3, 4. Ну ладно, есть у нас даже 6 областей. Если, конечно, мы их терять не будем. Чинтилтрц. Разведчик, кстати, погиб. Да, вроде погиб. Чинтилтрц что-то нам предлагает. С кем-то связаться. Ну давай посмотрим, кто это. О-хо-хо, Синрик Икар. Приятно познакомиться. Он воюет с Еленой, воюет с Чинтилтрцтом. Так, трансляция виртуальной реальности. Колонность башни получает плюс 10 морали. И на наших территориях галлюцинации у противника начинаются. Ну ладно, давайте гамм превосходства еще возьмем. Так, здесь. Так, вы, наверное, идите вот этих ребят убейте. Да нет, я даже, наверное, вот так вот сделаю. Опять-таки, чтобы вручную время не терять. Прекрасно. Можно, конечно, продать, но я не буду. Я возьму производство. Так, по дезинформации. Ну, давайте против Нуски тоже запустим. Ой, минус 300 со всеми. Как тебе, Нуска, нормально там у тебя все? Все хорошо? Дружишь со всеми? А это мы удалим отсюда, иначе они так и будут идти. Так, главнокомандующий опять повысился. 15 уровня он уже у нас. Просто убийца какой-то он у нас сейчас. Ощущающий свет, открытие души. Давайте я специалиста дальнего боя еще возьму. 4 очка еще осталось, но еще жизнестойкость 8 здоровья. 5-3, неплохо. И сколько брони сейчас вот у этих товарищей? 11 брони, вы серьезно? 11 брони! Как их убивать-то? Это юнит второго тира, у которого 11 брони. А, ну что значит, как убивать? Мне кажется, сейчас двары покажут мне, как убивать. Скажи, что тут развыступался. Ну да ладно, нам 5 областей не хватает. Давайте, наверное, все-таки произведем вот так вот, мэм. Военную инфраструктуру дальше продвинем. Заповедники, тут куполы, вот это вот все. Телепорт надо улучшить до военного. Да, стены турели есть. Даже вот так я это сделаю. На второй, в вторую очередь поставлю. Так, здесь. У кого все, у меня мораль низкая. Тут ка... А, ну окей, тут ладно. Как нам лучше это сделать? Нам, в принципе, можно отсюда попробовать зайти. Ну тут еще Нуска. То есть мы тут сразу с двумя воюем товарищами. Можно здесь, конечно, оставить стек для обороны, так скажем. Просто всеми силами сейчас очень страшно уходить. Я, наверное, даже вот так вот здесь оставлю. Просто мимо него ну никак не пройти. Здесь давайте мы еще одного разведчика произведем. Энергию будем производить, и этого разведчика я, соответственно, вот сюда отправлю. Мне надо посмотреть, что в платиновом шпиле. И, ну, эти товарищи пока сюда подходите. А этих, наверное, я сразу сюда направлю. Мало ли, может быть, уже имеет смысл атаковать платиновый шпиль. Так, Алая Твердыня, что будешь делать? Ты продолжай сносить сельскохозяйственный комплекс. Так, 25 жителей, тут уже 25 на Укиросе, обалдеть. Некирос, что по жителям? Ну так, на и надо оставлять море энергии, просто море еды. Личный город. Тут главное вот эту область не потерять, иначе плохо будет. Не такое уж и море энергии по факту. Здесь что можем произвести? Отряд специалистов, отраженная память.
Не знаю, давай разведчика поставлю. Очередь. Так, здесь выкупить за 90 энергии. Давайте выкупим. Здесь. Здесь все нормально. Здесь сносим. Фу-фу-фу. Ой-ой-ай-яй-яй-яй-яй-яй. Убеждение забыл. Убеждение уже через край у меня течет. Вся убедительность уже... Ага, Елена Чиркова, смотрите, мир сейчас попросит. Представляете? То есть она такая решила меня нахрапом взять. Она с кем воюет? С Чином, с Синериком и со мной. В принципе, я даже готов согласиться. Так, гипнотическая гипотеза для Псинумбры. Давайте изучим. Это военная технология. Ладно. Здесь на пищу неоевангелисты. Отношения с расой. В контрольных вам колониях не вашей расы на плюс 100 вырастает уровень отношений с этой расой. Ну, неплохо, в принципе. Заповеди миротворца, мародеры больше не нападают. Затраты на подкуп фракции НИП. Не, давайте вот это все-таки возьмем мы. А потом вот так. Да, на мир просит. С одной стороны, я бы, конечно, согласился на мир. Но с другой стороны, мне нужен платиновый шпиль. Давайте, знаете, как сделаем? Елена, показать. Мне нужен платиновый шпиль. Отдаешь, и, собственно говоря, мы с тобой в расчете. А, нет, это мои города, от чего? Энергию можешь себе оставить. Нет, не хочет она. Ну, извини тогда, Лена. Тогда как бы придется маленечко повоевать нам с тобой. Так, диалоги влияния. Давай тоже на Ленку накинем. Так, Брайтбоу, новая область, которая... Вот это, наверное. Да. Так, разведчик. А, это сама Лена стоит? Нет, это какая-нибудь не Таня. И не хватает мне ходов, чтобы посмотреть, что здесь дальше. Давайте выходить. Да нет, не ты. Ты останься. Ты иди на авторазведку. И пока ладно, вот так вот сделай, чтобы глаза не мозолило. Потом энергию производи. Так, здесь строится счастье. Счастье. Кругом счастье. Так, по... Здесь 45 нам надо. То есть надо 4 юнита купить. Чтобы перейти на следующий уровень отношений с автономами и в мониторы сети уйти. Ну, не мониторы, там контролер сети. Так, 25. 15. И... У нас можно эти бы взять. Просто огромное количество мониторов, то оно в принципе не нужно. Ну, ладно. Все. Мы замаксили отношения с ними. Обалдеть. Ладно. Городов никаких здесь нет? Вроде нет. Ну, вот можно, конечно, выкупить. Но у нас тут города рядышком нету. Так, и вы. Вы как-нибудь стыл можете ударить? Это кто? Кто, кстати? Это Нуска. А, вот. 1004. Это Нуска ко мне подкралась, представляете? А я стакую, стою здесь такой, ничего не подозреваю. Эти товарищи мне не помогут в этой драке, к слову. Как не помогут? Помогут. Они мне помогают? Вот этот отряд мне помогает. Да. Ну, собственно говоря, у товарища тогда нет шансов. Да, мы их просто разнесли. Вот это Нуска. Может быть, нам тогда к пылу Хидина выйти? Это опасно, конечно, сейчас. Можно получить по голове. Ну да, видите, она даже согласна с нами, что можно получить. Я на всякий случай, наверное, вот так вот даже отправлю. Здесь... Ох, тоже ребята, смотрите, 6 брони у них. Вот это неплохо.
пока мы здесь завод элитный не перестроили. Так, ну и давайте поставим здесь следский комплекс. Вот так вот. И этих ребят вот сюда отправляем. Сейчас еще достаточно быстро накопим на топовый юнит автономов. Так, улучшаем производственные области и лабораторию селения Космита. Отлично. Так, 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 так. Ладно, ситуация-то выравнивается. Мы уже на четвертом месте по силе. Но, скорее всего, Елена по голове получила от нас и немножко отвалилась по силе. Но я хочу занять платиновый шпиль и после этого заключить перемирие с ней. Дали Ардели, контрразведка не удалась. Да в смысле дали Ардели? Ты с ума сошел, что ли? Вот это союзничек. Забытый просит уничтожить. Это где? Не, слушай, не могу. Неразработанная область. Научная, кажется, там, да, научная. Дополнительный этап завершен. Супер, еще один телепорт заняли мы. Так, вы, друзья, давайте сюда идите. Будь, если что, здесь встречать неприятеля. Ты подойди поближе. Угу. 3-6-2. Но ополчение никакущее здесь. Нет, это мы легко заберем. Это мы... Оно может быть не очень легко, ладно. Так. Здесь повысился у нас товарищ. Кстати, пушка никакая новая у нас не появилась. Дыхание Феникс у нас появилось. Это ближний бой. Нет, не надо. Верни вирусную. Что по навыкам? Что по навыкам? Стабилизаторы. Сопротивляемость шоку. Давайте возьмем, чтобы невосприимчивость была. И жизнестойкости мы возьмем. Да, супер. Так, знойный клинок, бластер. Все продадим. Хотя нет, в арсенал. Знойный клинок вроде бы ничего. Так, здесь антов, хасид, соколон еще есть. Антон, хасид, соколон. Но этот бы уже без потерь надо провести. Ладно, разведчика потеряли. Не страшно. Колония поглотить. И вот теперь... Елена... Предлагаю тебе перемирие. Она теперь не хочет. Ну, как знаешь. Щит-пробойник, ослабляющий револьвер. Ну, это все в арсенал. Мало ли, может пригодится. Может быть, даже и пригодится. Платиновый шпиль наш. Отлично. Что по территориям? Нам осталось 4 территории занять. Ну, это прям немного. Ну, здесь вообще он никак ко мне не попадет. О, кстати, к Ареусу можем новую область присоединить. Ну, естественно, вот эту вот. Да, того 3 территории. Сейчас здесь присоединим. 2 территории останется. Ну, вот это мы присоединим. Здесь что? Блин, пыл Келвина, конечно, можно прям в наглую подойти и вынести. Но не знаю, насколько это... Ну нет, ну это тут у них без шансов. Мы просто заходим и занимаем. Я даже оставлю. Потому что, ну не знаю, тут им надо прям много войск подвести, чтобы меня выбить. Здесь гимн бездны, круто. Специалисты ближнего боя. Ну не, зачем ему ближний бой? Ему и так хорошо. Так, вы ждите, вы. Стоит ли здесь поддавливать? Может быть и стоит. Единственная проблема, что вот здесь все может плохо закончиться для нас. Этих ребят. Давайте их как-нибудь усилим. Они, конечно, здесь раскачиваются будут своими сетями. Очень мощно. У них много брони. Модули сушения. Но у меня нет еще, да, технологии, которые на дальность лазеров. Я ее еще не изучал. Да, она у нас следующая. Ну ладно, в любом случае самовосстановление нужно. В любом случае, наверное, сканеры нужны. Чтобы видели мы вражеские юниты. И, в принципе, что-нибудь и на урон можно. А можно мантию виртуальной реальности, галлюцинации. Или давайте я вот так вот сделаю. На одного повешу.
под галлюцинация. Здесь, а этих ребят сделаю атакующими. Система жесткого света, шоковая волна, чтобы оглушение было. Соответственно, модуль сушения. Модуль сушения уже не влазит, а модуль зажигания. Вот модуль зажигания влезет. Прекрасно. Вот так вот мы сделаем. Все-таки тогда уже этот отряд будет, ну, гораздо крепче. Не так просто будет его здесь выбить. Вы, ребята, ждите пока. Ты закрепись. Далее. Слушайте, далее в итоге нифига нам не союзник. Я думаю, что вот этот отряд... Здесь мы, конечно, сейчас немножко шикарно погоняем. Но этот отряд отсюда уводить не стоит. Может быть, даже здесь вот начать производство. А может вообще, знаете, что сделать? Совсем обнаглеть и закупить вот этих просто парагонов. У нас их сейчас хватит очень намного. Базовый привод, ну не знаю, не нужен мне эта телепортация. Зря, наверное, его взял. Гравигранат, поле течения уже не актуально. А вот эти ребята, они актуальны. Они очень мощные, тем более у нас миллион брони на них сейчас. Они просто очень-очень-очень сильные. Денег, в принципе, у нас хватает. Мы можем купить их несколько стеков. Один стек, допустим, отправить сюда на помощь. Один стек отправить сюда на помощь. Давайте это сделаю. Просто будет у нас миллион парагонов. Давайте один, второй, третий, четвертый, пятый. Нет, я два стека куплю, иначе мы по деньгам сейчас сильно просядем. Два, три, четыре, пять, шесть. Еще 650 осталось. Еще 650 осталось. Я стал третий по силе после этого. У них 9 брони вообще без модулей каких-либо. Ох-ох-ох. И давайте я их пополам разделю. Вот так вот мы это сделаем. Да, вот этих ребят, соответственно, я отправлю вот сюда дежурить. Ну, мало ли. А этих ребят я отправлю вот сюда дежурить. Опять-таки, с тезисом, ну, мало ли. Может быть, здесь кто-то пойдет и надо будет обороняться. А в сочетании вот с этими ребятами... А сюда, если к ним еще поставить вот эти внешние сетевые карты, ну, это вообще же имбище будет. Это будет просто имба. Они тут будут сеть третьего уровня навешивать. Плюс точность атак, сопротивляемость, радиус атак, урон. И, собственно говоря, все. Кажется, противники с этой карты потихонечку начинают отъезжать. Совершенно внезапно. Вроде бы у нас было все плохо. Но, как говорится, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. А еще делает меня разговорчивее. Серии почему-то опять получилось на 1.5 часа. Ну ладно, давайте с вами прощаться. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это все очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большущее спасибо и всем пока.